Я от нее буквально в 15 сантиметрах. Вот, улетела. Но я таки успела зайти за фотиком. То на телефон размыто получается. Насекомое, вертолет. Сто лет стрекозу не видела в живой природе. Надо было сказать: здрасте, дорогие зрители. Так вот, здрасте, дорогие зрители. Не хочет он, чтобы его снимали. А вот это на меня даже сегодня село в гамаке. Ветер. Охрененно большой дуб. Бывший когда-то маленьким. Где-то у нас там был кошак. Тише. 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 Вчера он поймал какое-то животное продолговатое, ближе к черному. Я не поняла, для мышки вроде большевато. Для рыбки как-то не похоже. Я уже даже подумала, может, это летучая мышь была, башку он ей не дожрал. А я в этих очках не очень так прилично вижу, а всматриваться мне не хотелось, когда ее с бывшего совка для углей для самовара другим совком обычным зафигачивала, чтобы выкинуть. Два километра на себе переть эту тушу. Было, однако, напряжно. Домашний кот в естественной среде обитания. Свалил.
Колобок с мясом. Я есть. Не хочет он фокусироваться что-то. О, чуть-чуть вроде промелькнуло. Короче, у нас тут 29 градусов в теньке. Умри, все живое. И мой перевернутый гамак. И дома. 22,5. Может, так не особо и желательно, но когда очень надо. Ну, по крайней мере, лепестки шиповника именно так сушила. Не именно так, а в блюдечке большом, на солнышке, где-то так 5-6 назад. Тут у нас ромашка расторопшая. Как ее там, мальва. И внизу мята. Ну, ее, наверное, не увидно. Я тут иногда шуршу. И руки пахнут после нее мятой. Это я к чему снимала, сколько у нас градусов. Это я, чтобы показать, что у меня тут стоит.